протянуть как это. Ну. А у нас просто все понятно. У нас пение, допустим, стихиры поют, у нас каждое слово понятно. Что может. А это поют, там они наверху, на балконе тоже поют, только Господи помилуй, понятно. Остальное трудно понятно. Понимаешь, ты говоришь, какая у нас акустика? Просто микрофоны хорошие у этих были. Вот. У нас акустика нормальная. У нас не искажаются слова. Вот так. Батюшка, ну сказать бы этому настоятелю. Говорил я. Да ему, видать, это. Да вот до лампочки. Так, ну все тогда, я поехал. Благословляйте. Батюшка, мы через неделю приедете, да? Кто там гречку? Отдадут. Батюшка, когда приедете? Через неделю? Через неделю приеду я, наверное. Только через неделю. Без меня, вы это расстроится, без меня, наверное, попразднуете здесь. А? Кому? Пригласил меня осветить квартиру брат наш Сергей. Вот, еду к Сергею благословить его жилище. Ну, да. В следующий раз, наверное, на очереди. Вроде Раиса Николаевна там просила. Следующий приезд. Ну давай, вот. Договор. Только хорошо с домашними договорись, чтобы они были не против. А то однажды было у меня, я в Селькуле служил. Ну и наша прихожанка, бабушка, у меня соседка, надо бы ее исповедовать, она болящая, лежит, она не входит. Ну ладно. Я после службы собрался, не мы приезжаем, там звонок, выходит женщина молодая, дочь ее болящая. Вам что? Это, да вот мы это хотели, там, это Матрон, это поисповедать. Она стоит, я вас сейчас поисповедую, ну-ка пошли вон отсюда, то я вам сейчас, дрына, поисповедую. Никаких мне не надо здесь попов. Мы развернулись и пошли. Поэтому договорись так, а то я приеду, да, она со шваброй встретится, я вам освещу здесь. Вот. Поэтому договорись, чтобы свои были не против. Все? У меня своих-то никого нет. Одна. Все? Одна, да я. Поехал я, да? Мне можно сказать, а? Игнат Тихонович, слово. Простите. Так, никто не уходил пока. Вот о чем батюшка говорил, я хочу более конкретно сказать. Он, видите, как-то все это овально так обходит, кого-то обидеть порой, или что-то, не знаю у него. В первую очередь уезжает без благословения. Я побуждаю сейчас человека, который сделал, застрял, за которого трактор гонял. Тут бы сразу выскочить и сказать, я виноват, и другим дать пример. Нет, тихо, по-мурашиному закрылись в норку и все. Если говорится о чем-то, ты сразу покажи, да, и речь идет обо мне, чтобы на другого-то подозрение не падало. Выезжал, это не одна машина, ты застрял, а что ж тогда молчишь? Это дети у нас так. Как только напакостили, кто? Он сразу двумя руками за заднее место хватается, чтобы только ему не попало. Ну тебя не накажут, так другой накажет, кто разбил стекло. Так. Все равно надо стеклить-то. То, что ты не выходишь, это означает подозрение падает на другого. Как тут догадываться нечего. Я говорю, теперь понятно? Встанет кто-то, скажет, о ком речь идет. Я застрял, я виноват. Под ливнем просмотрел дорогу правильную, ушел в сторону, а потом в лужу плюхнулся, все, и сел. Ведь мог с вами доехать вместе? Не мог, Игнатий Игнатьевич, меня там держали, давайте матрасы грузить. Я сам удивлен был, что без меня нельзя это решить. Нельзя, ответил, я поехал. Я не мог так сказать. Ну все, вот что твое мягкотелось это. Неверно это. У нас главная цель – выехать, а тут дождь пошел. Ты не мог, а теперь что из-за твоего не мог-то получилось? Жеманий чуть, а потом, ну так ты до конца и пробивайся на этой жеманности. Нет, теперь за счет чужого ты едешь-то. У человека день пропал. Я уж не говорю там, сколько у него неприятностей-то. У нас есть цель, а человек стоит и голосует. Мы не можем останавливаться, кого брать. У нас такая цель, мы никого не можем брать дорогой. Ни у одного человека, который едет здесь, за 100 лет не было цели, которую мы имеем. Мы, если опоздаем на 20 минут, нам ровно сутки надо в лесу стоять. Приучитесь это, у вас главная цель. Люди живут не по этим меркам. А я не мог, ну не мог и... Неправильно это. Ты должен был сказать, туча надвигается, наши поехали, подошел без меня никуда, никаких матрасов. Батюшка что сказал? Он не одобрил, я бы на себе утащил. Это матрасы из лагеря брали для приезжих. Отвезли мы. Ты что развозить? Не твое это дело было первое.
чтобы больше никогда этого не было. Хотите хорошо выглядеть перед кем-то, непонятно, а дело загублено. Мы когда узнали, застрял, дозвонят, то другое, тут все дела вверх тормашками, лишь бы помолиться, вытащил бы его как-то. А здесь нужды нету, прикрылись и... Второе. Я сразу решил узнать, а какое их мнение, с чем они уехали. Одно дело, что мы видели, а среди них человек, который может рассказать. Почему? А потому что молва пошла. Архиерей не с желанием ехал, его патриарх заставляет, а другие, а это вот тот, а тот, а то есть уже несколько причин не на кого-то, а на епископа Сергия Иванникова, который без двух дней митрополитом будет. Я всю жизнь работаю с людьми, не просто как-то в стороне, а именно с людьми, с тысячами. И поэтому могу сказать... Ни одного процента я не отношу к тому, что он делал это лицемерно, когда приехал. Когда написали статью, Лапкин предпочел храм недвижимости, когда вот это все было. Ну, я там отозвался, как помогали Бабарин Владимир Николаевич, мэр этого города, мэр, который в десятку лучших мэров России входит, прокурор края, сразу стали говорить. Ну, они же вас сажали в тюрьму, и они перед вами теперь, и они хотят царство получить. Эти перевертыши, оборотни. Я на это ответил. Я с людьми работаю все время. 17 лет освободившись из тюрьмы, с тюремными работал, с малолетками, в милиции. Нет места, где бы я не работал. Университеты, школы, техникумы, заводы, фабрики. Конца края нет. Достаточно иногда пару слов сказать, чтобы увидеть так. И я ответил, я вижу большую перемену в этих людях. Баварин это уже не парторг моторного завода был. Это другой человек. Ему передо мной заискивать не надо было. А он едет в машине, в городе, увидит меня, высунется из своей машины и машет рукой приветствуется. Зачем ему это надо было? Евстигнеев. У него профессорский состав, огромный кабинет, профессора, академики. Он увидел, что я жду в очереди, дверь приоткрылась. Он сразу встал. А что сидишь-то? Я говорю, я в очереди. Какая очередь, заходи. И перед всеми представляет меня. Вы знаете, кто это? А кто меня знает-то? Букашка-таракашка. Да это вот кто, да при всех обнимет, да поцелует, ректор крупнейшего университета. Это не один, не два раза. Что это, все лицемеры? Ты бы видел, как прокурор края генерал-лейтенант встречает. Когда у него полный кабинет, прихожая к прокурору всего района, а он, заходи, никакой очереди нету. Как архиерей встречает, когда митрополит Гедеон был. Проходим через приемную, я говорю, люди давно ждут владыка здесь. Ничего, подождете. Игнатий дольше вас ждет, пока вы покаетесь, как будто я кто-то. Это Гедеон Докукин говорил. И поэтому я свидетельствую вам, что епископ Сергий это говорил настолько радушно. Вот первый раз, когда он приехал, он увидел, это вы, Игнатий, расцеловал, поднял руки, обнял и улыбку не может скрыть. Я снимал в алтаре, потому что снимает... Снаружи, а я чтец, имею право зайти. И когда всех он начал там благословлять, ну и последний стоит, а дальше только я стою. Ну я тогда камеру отвернул в сторону к нему. Он как заулыбался, обнял, и одной рукой держит меня, другой благословляет. Все это нарочно. А когда приехал, посмотрели на улицу, когда он увидел меня, увидел, раскрыл объятия и шагает навстречу. Ему зачем это нужно? Поэтому... Люди, которые сами ничего не имеют, они пытаются через злословие приобрести себе какой-то авторитет. Это черный авторитет. Притом совершенно неоправданно, ни доказательств никаких нету, ничего. Мне от этого ни худо, ни бедно. Ну, это злословие. Так, я попросил бы нашу сестру, Машу, вот у старобрядцев так, Мария никого не называет, только Богородица, остальные Марьи. Мария. У меня мама Мария. Почему? Они нельзя называться так. Ведь отличие делают. Так я попрошу вот Марию. Ты с ними была, и когда шли, они после на лодках плавали, это уже почти конечный результат. Какое их там было мнение? Это молодежь. Ты же с ними была. Состояние. Ну, много сильно не разговаривали мы вообще об этом. Ну, между собой-то говорили, что они довольны или недовольны? Да, уехали, все были довольны. Я думаю, что пользу какую-то все-таки получили.
Может, тоже лицемерно, кто-то заставлял их быть показывать веселые лица? И... Да нет, ну перед кем бы они лицемерно? Между собой, ну, что ли? Это молодежь. Больше 10 человек, что все они лицемеры. Да это все при том заснято. Заснято, посмотри, какие ролики стоят. И все говорят, это ролики-то какие. Одна с Эстонии вышла, так это владыка, он у нас настоятелем был. Правда, он в Эстонии служил. Их настоятель был, он такой хороший, такой доступный. Вот заговорили об этом. Батюшка вот говорит, вот такой-то человек, мельник, Иосиф. Да, это был пятидесятник, местном родище 67. Но он, когда говорил против православия, мы вставали и уходили. Предупредили несколько раз. Его как пробрали, а он из них был лучший. Хороший проповедник, просто хороший. Он был в ГУЛАГе, и там где-то на лесозаготовках ему выбили глаз, он одноглазый был. И мы когда вставали и уходили, он на кафедре говорит, кричит, Игнатий, подожди, не уходи. Дескать, не буду говорить больше. То есть его это пробрало. Но когда уже подошло дело к смерти, вот спроси, вот рядом Алевтина Тантелеевна сидит, бывшая баптистка тогда. Помнишь это все? Так говорю. И вот когда он заболел, он попросил меня приехать к нему. А он где-то в Белоярске, что ли, там где-то жил. Представьте. Он так яро был против православия. А что Господь сделал-то? Я приехал к нему, он говорит, я заказал родственникам, чтобы крест, у баптистов-то креста нету, чтобы мне эту тумбочку мне не ставили на это. И крест понесете вы. И когда он умер, мне сообщили, я приехал, и крест, большой крест, я нес, а баптисты-то идут, здоровые такие, просят понести, я говорю, нет. Один, да. Больше радости нет, как идти, говорит, за врагом или перед врагом, говорит, и нести крест. Я говорю, он уже не враг. Он сильный, говорит, нам подкузмил. Такой был проповедник, и вдруг заказал, кого прийти, главное, кто против сектантов, и нести этот крест, это вот как картина-то дальше поворачивается. Поэтому ставить точку или крест на ком-то сегодня никак нельзя. Еще. Я не называю, но вы сами, если понимаете, желаете продолжить то, что я скажу. Вот я обратился через Михаила Александровича Еремеева. Он был прекрасный шофер. Пьяница. Ужасный сквернослов, ну такой, как вот Астафьев Виктор, писатель. Это ужаснейший матершинник был. Это он сам о себе пишет. Это я к Астафьеву хочу сказать. Когда где-то он там приехал с армии-то и стал строить дачу, а пришла будущая теща и говорит, а откуда у вас такой военный-то? Ну и матерится. И он прижал к Капранову, отцу Михаилу, ты тут еще за столом матерился, за столом. Но мы не знаем, как в конечном счете все это выйдет. Так вот, все заговорили о матерках, как избавиться? А ты сразу выйди и скажи, я виноват. Я уже неоднократно об этом говорил. И вот этот дядя Миша, матершинник, никак не мог обратиться, а за него молились. И в это время дома они молятся и видят видение. Стоит большое дерево высокое, и голос с неба и говорит, я повалю это дерево. Они прямо на молитве сразу стали спрашивать, Господи, а что это означает? Он говорит, это ваш муж Михаил. Они не знают, он где-то далеко, за 1500 километров, едет на машине. И в это время, когда говорит, по времени потом совместили, получилось так, дорога из этих из железобетонных плит, а тогда делали большие урны, и огромная, так, ну, не жесть, а, я не знаю, там, из пятерки или что сваренное, днище. Ее опрокинул кто-то, и она этим днищем-то, поперек которой приварена, попала в щель между бетонными плитами, а сверху собрала, сорвала афишу и накрыла. И он полным ударом, как ударился, машина замерзла. Об эту тумбу на дороге. И он как рука была, рука, значит, у него в дребезги разлетелась, лопнула грудная клетка, разошлась. А он бывший защитник Ленинграда, зенитчиком был. И он, говорит, выскочил из машины, я помню, говорит, это, что дверь открылась, я вывалился и только сказал, там, прошептал, Господи, если останусь живой, я сразу приду к тебе. И в это время они видят этот сон. А за что? Вам интересно, я рассказываю? А вот вы подумайте, кто виновен. А за то, что он дает слово, обещание не выполняет. Один раз договорились мы с одним из наших здесь, договорились, неделю мы с одним едет, шофер, потом другой. Шофер отменяли.
самые дальние поездки, вот Вадим ездил до Дальнего Востока. Этого человека еще нигде нету. Приезжаю сюда, звоню, нигде нету. Телефон всегда молчит, как будто заблокирован. Я начинаю через Сергея Купкова, он едет. А шофер-то тот, который здесь сидит, его нету. А его нету где? Он в Казахстан уехал, никого не предупредил. Сейчас я ехать потеряю, опять же к этому человеку подхожу. Безотказный, не нахамит, ну на совершенно нормальный. Ну не причащается уже, я не знаю, года два. То есть речь идет не о причастии, а о исповеди. То есть на исповедь не идет, это значит грех. Какой-то грех томит и боится идти, а надо пойти. Я говорю, ты отвезешь нас? Конечно, он не безотказный. Если рядом здесь, к дураку там поехать, он мигом отвезет. Здесь остается уже два дня ехать. Нету. Связи нету. Повторилась та же самая картина. А у него машина сломалась. Ну сломалась. Так ты бы в первую очередь нашел замену. Позвонил. Я-то на тебя надеюсь. Я договорился с людьми, которые меня ждут. Я говорю, дело или нет? Кто хочет сказать? О ком я говорю? Чтоб о тебе помолились. Ну. Я звонила несколько раз и мог бы просто ответить. У меня сломалась машина. Нет, а я столько потратилась, звоня тебе. Так, ну еще раз повторяю. Я говорю, понятно или непонятно. Когда в лагере вот так я говорю, не называю, это мы не в храме, я имею право назвать. Желаешь сказать, попросить прощения, о ком я говорю? Сам. Да, простите меня, Христа ради. Я простил. Но ты-то понимаешь, что дерево это будет повалено. Да. И причина высказана не мной, Господом Богом. Ты мне очень нравишься, но вот это дело ты застрял. Ты к батюшке, ты просто кричать должен пойти на исповедь. Значит, он и эпитемия у тебя начнется, как ты теряешь все, Царство Небесное. Представь себе, ни звука нигде нет, ни дозвониться нет уже. Ну, ты знаешь, как телефон там нажал, ни Сергей, никто не имеет права на тебя выйти. Никак. А я теперь мечусь, а я-то уже людей набрал, я сказал, я набираю команду. Все теперь вышиблены, и я стою на распутье один. На распутье спутал ты меня. Никогда этого не делай, ибо дерево это будет повалено. Ты добродетельный, делаешь добро. Тебя принимали крещение, тебя мало знали. За тебя поручителем я, ты меня подставляешь везде. Вот он твой, за кого ты поручался. Мне это удобно, нет? Нет. Неудобно. Я тебя очень прошу, Андрюша, не делай этого. Никогда не бойтесь встать и сказать, я виноват. И чтобы грех был снят, чтобы нас не искали, как Ахана, сына Зары. Кто-то взял из заклятого, 36 человек убитые, молчит по коленам, молчит по племенам, молчит по семейству, молчит по одному. И тогда Бог показал, кто. Это один вот так вот искал, говорит, кто-то своровал на севере. Он говорит, а я умею искать. А как? А вот так. Ну и говорит, выйдите все, а сам зашел. Вот сейчас я выйду, и вы по одному будете заходить. И я вора найду, только света там никакого нет. Это будет дело в вечернее время, в ночное. По одному заходите, и там котел, вы знаете, котел стоит, в котором варят. Все к нему рукой, руками вот так прикоснитесь с двух сторон. Если это вор, котел сразу зазвенит. Он зазвенит. Ну и по одному каждый заходит. Котел. А что-то не поймут, котел-то вверх ногами стоит. Ну тронули, а он зашел, перевернул котел, а внутри, он снаружи-то весь в саже. А теперь, когда выше, так, теперь зажгите факел. Поднимите кверху руку. Все подняли, у всех сажен, только одна руки чистая. Это что означает? Почему руки-то чистые у него? Ну, к котлу не прикоснулся. А почему не прикоснулся? Боялся звону. А почему боялся звону? Потому что вор. Просто. Прикоснись к котлу, котел зазвенит. Но он-то это не знает. А я как прикоснусь, что я не прикоснусь, и никто не узнает. Узнали, потому что остальные-то касались, у них руки саженные. Он чистый, а перед Богом-то оказался чернее сажи. Бог обнаружит этот грех. Мне это очень близко, потому что дядя Миша, через которого я получил Библию, за которого я сейчас молюсь. Это несколько моментов. Вот они приехали, а я теперь задал вопрос тем, которые с ними встречаются здесь, харисты. Знакомый, скажите, как отбирали их туда? Тут чуть ли не конкурс был. 7-го где-то был концерт старообрядцев. Их туда сводили, показали, как одеты, но еще показали разницу у нас какой. Повойник и сверху, вот как платок надеты-то. А тут конкурс у них почти был, говорит. Еще другие хотели, их оставили, потому что петь, говорит, некому было бы. И на будущее сказали, впредь будут ехать. То, что один не хотел переодеваться, или одна,
Это они учли, и я думаю, учли не без ведома епископа. Ему сразу стало известно. И сказали, что больше так не будет. Теперь будет у них как конкурс. Ни единого процента сопротивления. Здесь, чтобы все было готово. Чтобы ему не стыдно было за них. Я разузнал. А для чего это нужно? Для того, чтобы мы так не поступили. А которые не так поступили, были более снисходители к ним. Как они идут, и все расстегнуты. Ребята, им-то это не сказали. Я всех остановил. Вы зачем расстегнуты? Галстук, если галстук снял, должен быть расстегнут. Это масонский знак. Они тут же мигом застегнулись. И ни один больше не расстегнулся. Ни один. Идут девчата. Я только повторял, какую красоту русскую спрятали. А приехали там, ну, ни платьишки, не поймешь, что там выше колен. Я говорю, что ж вы, куда вы ехали-то? Ну, я приехал, познакомился. Ну, а дальше там, говорит, сделай. Там Марья потрудилась над ними. И Лена, все веселые идут, и все это у нас заснято, выставлено в интернет. Один раз. А священники говорят, да народ не знает. Ну, а приехало бы, если не 10, а 100. По нам какая разница? Один приедет одетый, приехали 15 одетые, приедет 150, они будут 1500 одинаково все оденутся. Почему? А который нет. А кто нет-то, тоже дальше не сказал батюшка. Алевтина, о ком я говорю? А? Об Анатолии Кузьмиче. То есть о ее муже, о баптисте. Не надо ничего этого скрывать. Он зашел вперед, а Третьяков его увидел, что он за рубаха по-немецки за правильно брюки, это немецкая форма. И он мне показывает, а как же без формы-то стоит? У нас же... Ну, я не видел его. Там впереди котел стоит. И я помахал пальцем, говорю, идет. Он понял, что если я буду разговаривать, где он взял? У тебя где поясок-то был еще запасной? У меня есть пояски запасные. А? В кармане лежал. В кармане лежал. Он мне дал поясок, я выхожу, Симон вышел. Я говорю, Анатолий Кузьмич, тут порядок у нас такой. Он не дал договорить, как он взъелся. Это буйное беснование началось. Он моложе меня на 8 дней всего только. Как он начал? Я пришел, да я к Христу. Ну, к Христу ты можешь на улице прийти. Ты пришел в храм, а в храме есть определенный порядок. Он решил с ним сыграть. Тебе разве это трудно на день? Ни одного слова не слышит. Разошел. Он такой кроткий, смиренный, добродетельный. Здесь как будто его подменили. Совершенно не он. Я перед ним пящусь иду, ну ты остановись сейчас, никаких, он просто не остановить ничего нельзя. Совершенно не он, это другой человек, он этого не знает. Помолиться о нем. Это очень хороший человек, но он испорченный там, где он находится. А почему? А вот во всем. Иконы и идолы. И его ничем нельзя убедить, он железобетонно у него в шее жилы. Вот не надо ничего этого. Вот что православие, ничего этого не надо. Я говорю, а ты галстук-то зачем надеваешь? Это масонский. А чтоб прилично выглядеть. Где ты нашел? Аксессуар 21 века, это оковы. Ну, галстук это хорошо, когда пьяный на четвереньках ползет, чтобы собаки хватали его. Играть с галстуком. Зачем это нужно тебе? А тут архиерейская, это вечером еще без архиерея, утром архиерейская, ни под каким видом. Так дома и просидел, и уже не один раз было. То есть я не сдвинусь. Я говорю, мне бы сказали, я был у мусульман, надень щелму, надел бы. Надень халат трехэтажный, надел бы. Главное мне быть там, быть с людьми и успеть что-то сказать. А ведь тебе разрешается говорить, конечно, не в храме, а где есть-то. Никак. Значит, это не просто поясок. А что это? Припаяшься с истиною. Пояс – это символ истины. Секта – это стопроцентное заблуждение, это вне церкви. Вот откуда все идет. Христос был с поясом, написано, говорит, и персия по персиям золотым поясом в Откровении, ангелы с поясами, Иоанн Креститель с поясом, Петр, опояшься в вузах, его скорее надо бежать из тюрьмы, ангел говорит, прежде опояшься, за дверь камеры не выйдешь. Павел пришел, Агап, взял пояс, говорит, чей это пояс, пояс, так его свяжут, так было? Без пояса ни один пророк не был, ни Давид, никто. О поясе говорится 109 раз, а без пояса ни разу. Один раз только написано, распоясываешься. Когда рабсак пришел завоевывать. Ну, последняя ночь его жизни была. Распоясывался хулиган. Так что за поясок держитесь. У нас, которые бунтовали против пояса, потеряли, их никого нету. Нету. Ко мне приезжали и профессора, и каких только званий не было. Сколько корреспондентов приезжает. Рио Новости, то есть с Москвы. Ну, а было что против? Ни разу и никто. Они не испорчены сектой. Самая это проказа секта.
И не сняли чердака, они все с поясами. Не сказал вот так вот в сторону, Каспришин, где-то он тут болтается впереди, ну хоть в сторонку. Ну я подпоясался, а это вы мне не сказали. Видите, я детали вношу, и тогда ты будешь знать, о ком молиться. И как сделать, чтобы этого не было? Как сделать, чтобы я таким не был? О ком я сказал, об этих людях, вы знаете теперь, о ком молиться. Помолитесь об Андрюше, чтобы Валерий более тверд был в решениях своих, а не так то, что скажет. Одно из гибельных дел в жизни мужчины быть подкаблучником, делать, как жена говорит, не приведи Бог. Это пирамида, перевернутая вверх, тогда будет мирно стоять, а на самом деле ничего нету. Будьте очень внимательны. Кто тебя подбивает на непослушание? Невеста, там, жена или мать. Против бороды кто воюет? Мне он пишет, как поднялась, мать-то моя, говорит, почему поднялась против бороды? А как она жила? Да всю жизнь непослушание мужу. Вот и все, это власть, она увидела власть, которая должна была быть на ней. По этой теме кончено. Я просил Костю Муху тут остаться, он вышел. Вышел? Вышел. Он все годы помогал расклеивать, там на столе лежат по лагерю. По лагерю надо помощь оказать. Объявление. Там растричь, где эти, отрывать, чтобы можно было. Пойдете, возьмите, помогите. Меня Сергей Купков сводил в эти, ну, в разные газеты. Я материал сдал, они бесплатно все годы помогали. Опечатывать нет. Будем работать по детскому лагерю. Надо отвечать. Следующее воскресенье назначаем встречу у памятника Пушкина, если люди будут уже. Нам нужна помощь. Помощь по лагерю. У меня здесь одна организация, я к ней каждый год обращаюсь, и они больше всего помогают. Помогают не деньгами, но это выливается во многие деньги. Я пишу, допустим, мне надо 14 мешков муки по 50 килограмм. Ну, это не два мешка. Сколько крупы? И вся наша братья, которые работают, ну, трудящиеся достойно пропитания, мы все питаемся. Масло, я написал там 80 килограмм, 80 килограмм масла привозили. Один год было так, я говорю, написал сахар, а сахару нет. Так они мне привезли 3 полных фляги меду. Меду! Да еще под пломбой. Тогда я пришел, вот здесь одну флягу вы разбирали. Вот. Это все один человек. Помолитесь о ней. И звать ее Елена. И она еще... Тоже пошел, но охота чем-то мне-то воздать, что я не просто... А меня уже отстрополили в одной администрации, Голобокова Светлана Ивановна, железнодорожного. Я гляжу, вы что-то стесняетесь. Да какое вы имеете право стесняться? Вы до себя просите? Я говорю, нет. Что больше я не видел этого? Она такая, как атаман. И благодаря ей я более смело стал подходить. Ну, я иду, когда наберу там книги, там подарить хоть как-то. Может быть, по лагерю детей взять. Ушел. 3 дня не прошло, уже звонят оттуда. Было совещание там у них, совет директоров. И решено, но решили помочь. Так что на этой неделе я снова буду, если Господь благословит, обеспечен лагерь, сами печем. У нас я сделал 2 русские печи, у нас там формы есть. Все это будет. Помолиться. Ну, потому я сказал, как о ней все время надо молиться. Это благодетельница наша больше 10 лет. Я ходил раньше по разным организациям, сейчас никуда не хожу, только к ней, к одной. К ней. И она наводит справку, и все помогли. Мало того, позвонили, все вывезли. Когда мы приехали в понедельник, мне поступил звонок, позвонил епископ Сергий, который у нас был. Я до этого пытался ему дать знать, я сказал, говорю, я дам сигнал, а звонить не буду, у меня денег на это нет. А вы видите, что я, он записал меня там на свою вот это. Я говорю, я вас напишу патриарху. Батюшка не досказал дальше. Поблагодарю патриарха, что вас к нам направили. Ну и впереди еще кое-что напишу. Ну и пришел и правда написал письмо патриарху. Сначала просто патриарху Кириллу, в скобках Гундяева, от Чтеца Игнатия Лапкина. Никаких святейших не употребляю этих выражений. А дальше все, что о священстве говорится, какая строгость и какая строгость будет спрос с него. Это папа Лев. Он молился около мощей Петра, апостолом. Ему было сказано, услышана молитва, Бог простил, кроме одного. Кого ты рукоположил незаконно? Это я не мог вымолить, за это ты будешь отвечать. И я патриарху написал, как вы будете отвечать за то, что кого вы на рукополагали-то? Кого на рукополагали? И голубых, и краснопогонных епископов, кого только нет. И вы это лучше знаете меня. Но мне хочется, патриарх, подсластить вам, доставить радость.
И дальше рассказал, где мы находимся, какого епископа дали, как он был, какие наши координаты. И благодарим вас, что многострадальному Алтаю вы дали такого епископа, с которым мы можем найти общий язык, как он приезжает. И дальше. Вас приглашаем в гости, а вас видели сон у нас. Что вы с крестным ходом приходите сюда, на Ползунова 6 в Барнауле. И мы долго с вами беседуем, и вы назнали очень продуктивной эту беседу. Я это все патриарху написал. А мне уже пророчат, ничего особенного, нет, вполне может заехать. Так что, видите, какие последствия. А так как я давал сигналы туда, на мобильный, а по стационару там сказали, его нету, то епископ позвонил мне с дороги-то. И тут мы поговорили. Он поехал в Славгород, это там, которая вторая епархия, там третья будет епархия. Славгородская, Бийская и Рубцовская. Я говорю, когда мимо Потеряевки поедете, так руку высунете и благословите. Тут был один епископ, как раз напротив Потеряевки, у него авария была и палец или что сломал. Я слышал про это, я говорю, так благословляйте. Он засмеялся. Мы очень благодарны. Да. Вы письмо-то отправили по электронной почте или обычной? Нет, нет, я отпечатал на бумаге, на каждый лист поставил печать церковную, послал патриарху и ему послал. Я говорю, ну вы это получите. Ну он говорит, это вы зря, да я не такой, хуже, вы обо мне так написали. Я говорю, а мне сказали, хорошо напишите, плохо ему будет. Сразу скажут, он с Игнатием заодно, его уберут. Плохо напишите, тоже никак. Ну, владыка, я написал как есть. Теперь еще скажу. А уже тут же сразу поступил. Смотри, Игнатий, как к епископу подлизывается. Я говорю, ну что, он говорит, подлизывается, то вообще. Люди ничего больше сказать не могут. Я сказал от того, что наполняло мое сердце, как епископ. Видно, как он встречает и насколько мы открыты. Так я 3 раза за столом сказал слово-то. Вот. Это по молитвам многих людей, которые теперь смотрят и благодарят Бога по интернету. Все очень довольны. Я говорю, а как враги? А они говорят, у вас уже нету. Этим приходом своим он все буквально развеялось. А вы не признаете, а они когда там говорили, святейшего патриарха Московского всея Руси и блаженнейшего там высокопреосвященнейшего митрополита Илариона, представителя, или как называют там? Представители. Да. Русской православной церкви за границей, это диакон все вытягивал, и дальше, то есть по полному чину, а не так, что у вас епископа нет, как некоторые пошли, а кого они возглашают на богослужение-то кого? Они же нигде больше не возглашают Илариона митрополита, только у нас, и не как-то это по благословению патриарха, поэтому все остальное не имеет под собой никакого основания. И самое главное, кто это говорит, те, которые ушли от нас. Стали биться, чтобы каждый день можно было причащаться. А я знаю, это близко к беснованию. И так и получилось. Ни под каким видом, ни на молитву, ни на контакт они уже не идут. И клеветы всякие распускают. И я говорю, когда проповедь, у меня не раз было так, выходит, подходит. Вот я говорил Потеряевке, Миша Никитин, а что вы все про меня-то говорите? Про тебя? А отец Александр был там, Желтухин, говорит, Миша, а я, говорит, подумал, Игнатий про меня говорит. И вот люди, которые ушли, они говорят, вы все время говорили проповедь против нас. Это батюшка открывает исповедь. Это для священников самое уязвимое место, что тайную исповедь открывает. Наш батюшка открывает. И как? Чем он открывал-то? И о чем он открывал, ты скажи? И это распускают эту молву, те, которые у нас здесь были, которые последние были, кому теплые туалеты нужны были. Так что помолитесь и о них. Потому что это один дух, дух лжи. И когда он входит в уста, его вытряхнуть никто не может. Это только архангел Рафаил знал, как его прогнать. Вот смотрите, приезд один, и сколько за этим есть. Обращаюсь, помощь по лагерю. Возьмите, кто сейчас пойдет, на столе лежат там эти. Растригите там в конце и наклейте. Наклеить в положенных местах, где попало, не клейте. Это вы уже звоните. Ну, на объявление, где положено. Сейчас-то нельзя уж, как раньше мы ехали, везде мазали. Да сейчас уже, Игнатий, предупреждает. Дорогие братья и сестры. Так, я скажу, где около домов, прямо около входа. Доски объявления, они не государственные, там свободно, можно вешать любому. Мы вешали как-то с Игорем, мы тут, я не знаю, за ночь, наверное, больше 100 развесили.
Не там, где общее, там деньги платить надо, ни в трамваях, ни в автобусах. А то одни где-то пришли, и какой-то киоск или что там хорошее, приклеили, а маленько погодя мне звонит. Это кто был? На мой навесили, я приду, разбираться буду. Да не навешивал я где-то около главпочтамта. Ну понятно, что резать голова будем. Так что смотрите маленько-то, с головой будьте-то, если она вам нужна. Первое, о чем хочу сказать, о нашем поведении во время нашего собрания. Сестры, большей частью к вам относятся. Ну, имейте уважение. Батюшка говорит, нет шуршания, это разговоры между собою. Ну, о чем он сказал сегодня? Отвергни себя. Есть отвержение? Нету. Ну, потом вы сделаете все эти дела. Не успеете, что ли? Ну, закончилось собрание, дальше делайте свои дела. Так, Виктор Андреевич, вот попроси сейчас. Вы покаяние закрываете. Скажи, кто встревал в слово батюшки? Поднимитесь и скажите, поднимись и скажи, помолитесь обо мне. Помолитесь обо мне ради Христа. Да, язык, чтобы Господь дал прокусить. Да, кто еще разговаривал в это время? Поднимитесь и попросите, чтобы это искушение не постигало. Что вы прячетесь? Вот это я не понимаю. Я разговаривала, простите ради Христа. Помолитесь обо мне. Ну и еще, когда я слушал проповедь сегодняшнюю, у меня так вот хотелось опять задать вопрос, чтобы наше Слово Божие у нас было не просто вот услышали и забыли про него, а чтобы оно было живо и действенно. Каждый для себя во время проповеди выделяете какую-то основную мысль, какие-то главные слова. Не буду спрашивать, у кого какие слова остались в памяти больше. Для меня были самые главные слова из этой проповеди, что Иоанн Златоустый говорит с сожалением о тех, которых нету. Которых нет в это время, когда он говорил эту проповедь. Как он сожалел о них. Я сожалею о тех, которых не были вчера на службе, которых сегодня нет. И сожалею о тех, которые ушли, и которые думали, что после их ухода у нас здесь все прекратится. А нет. Уже четверть века, слава Богу, почти. Поэтому вот пытайтесь слушать и для себя главные слова взять из проповеди. Прилепиться к этому слову, к проповеди, которую вы слышите. А слова-то непростые, золотые слова, потому что из уст Златоуста они исходят. Да. Настя Дробот сегодня сообщила, ее не было, что у нее они сходят во Власихе в храм, а Андрей с глухонемыми в Покровский собор сходит. Их нету, у них что-то по музыкальной школе, отчетный концерт называется. Я не знаю, почему в воскресенье, ну так вот школа. Она предупредила. О болящих ничего не говорила, видимо, здоровая. Валентина Павловна. Я с ними разговаривала, всем поклон передают. Спасибо, Господи. Среди болящих хочу упомянуть Галину, которая у нас, она подала заявление, подала же она заявление на крещение? Немцова, да. Вот. Вчера она пришла после ночи, когда она сильно болела, у нее там боли в сердце были, скорую не вызывала. Вот. И Людмила Степановна о ней беспокоилась, чтобы ее увезти. Сергей Павлович его вез, и разговор был такой, чтобы мы попросили его, чтобы он, утром он ее тоже взял привез. Сюда на службу, привез. А Сергей Павлович так пошутил, Галине так говорит, ну если умрешь, так ты мне позвони, чтобы я не ездил зря. Она говорит, да у меня телефона нету. Так наивно так ответила, а у меня телефона-то нету. Ну вот ее нет сегодня. Значит, она ему потом сказала, говорит, если мне будет хорошо, я и сама приеду. А если будет плохо, то я не приеду. Так вот ее нет. Значит, надо помолиться, чтобы Господь... Надо будет ее навестить или дозвониться как-то. Можно вызывать. У меня это самое погалее вопрос. Надо ее как-то заставить. Ну, есть же мобильники по 1000 рублей всяко. Но у нее нет никакой связи. У нее нет ни мобильника, ни телефона. Ну, как вот ей? Не позвонить ничего. Соседи тоже. Вот она не вызвала скорую помощь. Соседи же спят. Так надо как-то с ней поговорить. Я по поводу телефона. Телефон все время я звоню тоже. Я ей подарила телефон. Мой телефон. Все проверила, симку вставила. Она
она не, уже все, она не может. Она не, он, во-первых, не заряженный, во-вторых, она уже не может пользоваться. Ей нужно только нажать на что-то, больше она и больше не соображает. А сейчас она вообще никакая, неадекватная. Ее еле довели, и она говорит, это у меня уже пятый или какой раз со мной случается. Но тут я поняла, что смерть. Смерть. Она просила вчера, тут подходила, не все слышали, она просила, помолитесь о мне, чтобы мне дожить до крещения. Погружение, она хочет погружение. Так, и братишку просила. Слушай, Иван, до конца доведи, чтобы был телефон, как у Агафьи. Агафья Лыкова ее сделали, она только нажмет, и все, все знает. Да, батюшка сказал, Батюшка сказал, чтобы я договорилась в храме, в каком есть погружение, и срочно ее крестить, он сказал. Погрузить, она крещенная, ей только погрузить. Говорит, вызови такси, он мне сказал, говорю, я вызову, только договорись, говорит. Я съезжу, а она мне говорит, я боюсь, что я умру во время, вот когда погружать будет. Виктор Андреевич ей отвечает, это такая честь, чтобы ты умерла во время крещения. В этой чести ни один святой не удостоился. И если ты это удостоишься, то сразу будешь в Царстве Небесном. Она говорит, правда? Тогда я, конечно, я никакая, я не умру. Я хотела... Татьяна Кузьмична, слушаем. Никольская. Никольская? Да. Ага. Сестры, пока вот все, вот как раз кто может, это самое. У нас много. Марину Нагаеву давно уже, и она не ходит, и надо посетить. По две просварки возьмите болящему, кто пойдет. И скажите мне, кто куда пойдет. Анну Кузьминичну, она тоже звонила и просила, тоже у нее не просвары нет. И Галина Николаевна к ней всегда ходила, Кудрявцева, а сейчас болеет сама. Надо к ней сходить. Сейчас, подожди, потом... Так, Кудрявцевой желательно бы тоже сходить. Они там два старика, он тоже никакой, ломал ребро в гараже, тоже еле ходит старичок этот. И готовить себе не мог, когда она лежит в больнице. А сейчас ее выписали, она дома. Но тоже надо, у ней 30-я квартира. Вот окна у ней на 5-м этаже прямо выходят на солнце. 30-я квартира у ней. Так, теперь Чернявская, я сегодня еду. Вот Галине Людмила пойдет, да. И к Фоменко Валентине Ильиничне. А к Марии Яковлевне кто пойдет? Люба Мария тут передала. Яковлевне. Кто пойдет? Мария Яковлевне? Вот я могу к Марии Яковлевне в кем-то. Мы сходим. К Марии Яковлевне. Миша, ты не пойдешь? Ты точно знаешь, где живет она, не поедешь. Ну, Игорь Владимирович, Игорь заедет, вот Игорь, передай. Юля, передай. Александра Михайловна, вы куда? Ой, а я уже забыла, кому я поднимала руку. Да хоть кому. Пойдем к Ильиничне. Хоть кому. К Ильиничне идите, тут близко в городе. Так, а Кузьминичне? Аня Кузьминична. Аня Кузьминична и Кудрявцева, там рядом вот они, в общем-то, да, как-то. А вот Галинична. Какой? Ну, я же Галинична. Ну, запишем от свали Кузьминична. Немцова. Потому что к... пусть она ездит. У Нагаева уже сказал, что там... Ну, это для этой Кудрявцевой. Ладно. Потом передавать. 37-я квартира у Анны Кузьминичны. Дом. Ну и все, тогда да. Все. Братья и сестры, хочу вас опять просить о молитве об нашем брате Сергее, который, я считаю его членом нашей общины, из Воронежа. Во-первых, он опять сильно болен, но он как вот на таком фоне еще называет он себя болящим. То есть вот он... болящий, когда он вообще даже работать не может, когда он не есть не может. Я его с ним разговаривал 2 дня назад по скайпу. Я удивился, там одни кости и вообще там, он вообще-то был никакой. Сейчас вообще страшно просто смотреть. Тем не менее улыбается. Он мне говорит о радости, которую я даже не представляю такой радости, как он испытывает эту радость. Радости о том, что он с Богом, он со Христом, он постоянно с Ним. Он радуется тому, что уже вот близко то время, когда он будет на Царстве Небесном. Он очень хочет, чтобы совершилось переезд у него в деревню, и чтобы там произошло крещение. Крещение его и его домочадцев. Так что молитесь, чтобы Господь ему дал силы, чтобы вот он дожил до этого благого дня, чтобы он совершилось это крещение, и чтобы Господь дал ему силы преодолеть все эти боли, которые ни на минуту не прекращаются 24 часа в сутки.
Раскройте около истину, защитите Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово Рощую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и на славном об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог и Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия Авва Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение. Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Песнопение, трапеза и занятия.